моя рекомендация всем, кто не хочет таскать с собой барабанную установку с 26-дюймовой бочкой, 8 томами, 2 малыми барабанами и 15 стойками, приобретайте этот кахон, и проблема решена. Да, он тяжелый, да, он дорогой, но да, он хороший, да, он самый лучший, да, на записи не отличишь от звука барабанной установки. Всем драмерам. Шлагверк 2 в 1, 432, Black Makassar. Шлагверк, кахон La Peru, 40.07, Tapa Negra, Black Whirl. Шлагверк 2 в 1, Black Whirl, или, как его называют еще, Tapa Negra, 40.07. Самый знаменитый кахон производства фирмы Шлагверк. До определенного времени все ведущие фламенко-кахонисты Испании играли на этом кахоне. Даже у них свое собственное название есть для этого кахона – Tapa Negra. Когда они говорят Tapa Negra, это означает, что это модель 4007. Очень отзывчивый на верхах, любое прикосновение слышно, любая группа прикосновений очень отчетливо и изолирована друг от друга. Великолепная атака на верхах при очень низкой динамике, очень динамичный, то есть можно играть тихо, можно играть громко, все слышно, все разборчиво, все звучит. Низы длинные, круглые, при использовании демпфера короткие и упругие. Моя рекомендация: кахон использовать для фламенко. Для фламенко лучше модели не придумаешь. Для легкой музыки, для легкого джаза, для легкого современного джаза, для кантри, для легкого латиноамериканской, для легкой латиноамериканской музыки. Кахон La Peru 40.07 Tapa Negra. Black Whirl. Шлагверк 2 в 1, модель 404. Очень легко запомнить эту цифру, 404. Самый распространенный, самый известный, самый ходовой кахон из серии 2 в 1. Средний по частотам, звук средний по громкости, звук средний по тембру. При этом эта его средность может быть с помощью регулировок в любую сторону отрегулирована так, как нужно. Очень управляемый инструмент, универсальный в самом хорошем понимании этого слова. Подходит для всего, для тихой музыки и для громкой, для веселой и мрачной, для латино и для афрокубы, для джаза и для современных танцевальных видов музыки. Кахон недорогой, кахон доступный,
мир этой музыки, войти вместе с этим кахоном. Ну, ежели бы я начинал сейчас, я бы такой приобрел себе обязательно. Потому что, ну, если бы я начинал на более дорогие, у меня не хватило бы денег, а этот бы купил. И пользовался бы им потом. После того, как у меня появились бы гораздо более дорогие, гораздо более специфические кахоны, этот бы я себе оставил и пользовался бы им. Такая рабочая лошадка. Замечательный инструмент, всем рекомендую. Кахон 2 в 1, Schlagwerk 404. Отличительная особенность серии 2 в 1. Вот эти вот такие стрелочки, как на посылочной таре. Вот если видите эти стрелочки, значит серия 2 в 1. Schlagwerk бас-кахон. Все ясно по размерам. Кахон для исполнения басовых партий. Но это не значит, что он используется только как бас-бочка. Как бас-бочка сейчас покажу. Специально есть педаль и специальная насадочка на педаль, колотушка для того, чтобы имитировать им и заменять бас-бочку. Но также можно на нем играть и просто так. Сейчас покажу. Сами слышите, очень богатые тембры. Я использую косточки для игры сбоку, сидя вот в таком положении, так называемая женская посадка на кахоне. Женщины на кахоне играют вот таким вот образом. Здесь глубочайшие басы за счет объема, ну и достаточно высокие верхи, если использовать слэп. Музыки в современном джазе, таком как бы срощенном с этникой. В общем, для имитации драмсета, на мой взгляд, необходима специальная настройка для того, чтобы у него еще больше звучали верхи, для того, чтобы он звучал как малый барабан. А в качестве бочки его используют именно напрямую. То есть, если мы хотим сделать из него бочку, мы делаем следующее. Специальная педаль, ну педаль не специальная, специальная колотушечка мягкая в виде теннисного мячика. Специальный крепеж есть для педали, чтобы она не уезжала. Дальше берем обыкновенный кахон и на нем играем средние и высокие партии, а здесь используем в качестве бочки. Также пользоваться таким вот образом, если нет второго кахона.
Клахберг, серия 2 в одном, потому что там не струны, а пружины от малого барабана. Бас кахон. Все кахоны фирмы Schlagberg показаны здесь, а также некоторые модели на заказ вы можете приобрести или сделать заказ в магазине Boombox. Это представитель фирмы Schlagberg в России, в Москве. Если вы обратитесь непосредственно по телефонам в Boombox, если вы обратитесь к ним через их сайт, если вы найдете ВКонтакте соответствующую группу, а все ссылки и все адреса вы увидите в бегущей строке и в титрах, то вы можете там сделать заказ, или если этот инструмент уже здесь, в Москве, то можете приобрести его прямо здесь. Магазин Boombox самый старый из российских дистрибьюторов Schlagberg и с недавних пор вообще единственный. Я Кирилл Рассалима, я музыкант, преподаватель, перкуссионист. Ежели вдруг кому-нибудь из вас захочется научиться управлять всем этим великолепием, милости просим, обращайтесь, научу. Адреса и ссылки, как меня найти, также в бегущей строке и в титрах.